пятницу в Самарской области пасмурное небо, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время 0-2, ночью 2-4 ниже 0. Ветер юго-восточный, скорость от 4 до 8 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, возможен небольшой снег. Днем +1, ночью -2, ветер юго-восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облака, днем 0, ночью -2, юго-восточный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо. Днем -2 градуса, ночью -4. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.